В Екатеринбурге микроавтобус, груженный газовыми баллонами, врезался в главный кинотеатр города. На кадрах с камер наблюдения видно, как водитель целенаправленно движется в сторону здания. Затем выбегает из машины и поджигает ее. В результате кинотеатр загорелся, 5 человек эвакуировали, а пострадавших не сообщается. Сейчас пожар ликвидирован, мужчина, который был за рулем, задержан. По данным Следственного комитета, он состоит на учете у психиатра.